Приветствую вас, дорогие мои подписчики. Вот еду я, сижу и думаю, куда бы мне рвануть сейчас. И вспомнил тут про одну идею. А не поехать ли мне на Ясную Поляну? Тот, где был пионерский лагерь и база Сусуманского горного техникума. Ну и сам по себе поселочек такой был раньше. Сейчас посмотрим, что там осталось. Пока вот проехали мост. Сейчас вот свернем на Челбанинскую дорожку. Вон там прямо по курсу котельная справа. С этой стороны бывшая тюрьма находится. Больничная 3, крайние окна отсюда. Я там даже жил несколько лет. Вот такой еще один как бы новенький больничный домик, который рассыпался уже, выселили оттуда людей. Тут база ЖКХ, наверное. Две пятиэтажки больничные, 69-71. ЦРБ. Это гараж, склад. Новый корпус недостроенный. Здесь вон контора мелькнула. И поперли по прямой туда. Кто-то успел поскрести еще, и дождь прошел, что ли, вот такая рыхлая, вся неукатанная еще пока что. О. Отличная. Тут вот говнотечка какая-то была такая, куда вся каналья сливается. Мы едем, едем, едем. Поворот на свалку туда налево. Не на свалку, а как это шлаковые. С котельной свозят туда шлак. На мостик заезжаем через речку Солгобустах. О, его тут еще и насыпали. Постоянно пытается смыть. В наводнении речка. Проехали три ямки таких больших. Спуск, подъем. И сейчас поворот будет налево на Челбанью, направо как раз вот на Ясную Поляну. Сейчас, в общем, тут не лагерь Ясная Поляна, а полигоны. Карьера Челбанья. Ясная Поляна. Так когда-то на автобусе сюда ездили и на великах. Туда за за Ясную Поляну на коровнике сусликов ловить.
подъезжаем тут. Где-то вот два местечка есть такие. Прямая дорога, вот как будто бы вот это вот была главная улица пионерского лагеря Ясная Поляна. Или вот эта дорожка сейчас тоже параллельно пику такая будет, вот это может быть и вот это. Короче, здесь не видно и слегка подзабыл уже с лета. Вот. Прямо. Тут даже по краям еще заборчики стоят. Железные, из железных труб. Вот тут прямо хоба-хоба туда и стоит вот это вот. Сейчас будем по воздуху кататься. Даже бак какой-то водяной, наверное, торчит. Вот это вот клуб. С этой стороны деревянный кусок был. Сам клуб, а с той стороны... Сейчас смотрим с обратной, с дальней стороны. Там спортзал был. А спереди танцевали мы танцы, устроили кино, показывали. Всякие собрания пионерские проходили. Вот сейчас идем, как будто самолет садится прямо впереди. Полоса – это центральная улица пионерского лагеря Ясная Поляна, а по обе стороны были домики одноэтажные, такие много. Зимой студенты с Усуманского горного техникума там жили и учились здесь. Наверное, тоже я что-то здесь ни разу не был так студентом. Я как раз в первый год начал учиться в городе. Вот это вот главная улица. На краю там остановка была, разворот автобуса, последняя конечная станция. Конечная остановка автобуса, который на Ясную Поляну, если ездил. А так Челбанинский автобус проходил, заезжал сюда, саживал желающих, ехал дальше на Челбанью или с Челбани в Сусуман. Сбоку. Видео это я снимал, когда тут у нас были пожары вокруг. Даже сейчас кусочек покажется на Челбанинской сопке, и то прямо наш собственный пожар был. То обычно дым приносит откуда-нибудь с других планет. Там Сикути, Сикотнинского района. Здесь вот там он прямо видно на краю сопки. Горит пожар наш. И вот это грустно, конечно. А так, собственно, больше и нечего рассказывать. Хотел я в этот домик зайти, но у него лестница с краю отпиленная, а больше никаких подъемников нету в кинобудку. Лестниц больше нету. Это все, что осталось от поселка Ясная Поляна.
На этом я заканчиваю. Всем привет. Не забываем ставить лайки и подписываться, если интересно то, что я снимаю и показываю вам. Здоровья и до новых встреч. Надеялся побольше, конечно. Но больше.